Московской экспозиции. Ну или мне кажется, на выставке «Зеленая неделя» в городе Берлин. На российской стороне. В данный момент мы стоим на российском центре представителя Краснодарского края Республики Адыгея, который, несмотря на все социальные проблемы, связанные с российским бизнесом, привез свои великолепные продукты для показа в Европу, для продвижения товара на европейский рынок. Это очень здорово. Что люди, которые находятся сегодня на нашей экспозиции, хотя их не очень много, всего 4 представителя Российской Федерации, не побоялись на какие санкции, на какие проблемы, которые такие приколы, которые делают там европейские Я не планировал, помогло мне приехать.